Всем привет! Я изобрел, собрал нового Вардена, и сегодня я покажу, как вам его собрать. Начнем мы, конечно же, с чего? С частей тела. Это будут руки и ноги. Сейчас я разберу, покажу, какие вам нужны будут детали. Вы пока смотрите и берите. Сейчас покажу, какие детали подходящие для ног. Собирать будем так. Вот, смотрите, видите? Пока запомните эту руку, я вам сейчас покажу еще одну. Вот, вот там две руки. Главное сделать руку. И потребуется, конечно же, крепление. Смотрите, вот эти. Какие крепления? Нога собирается просто легко. Вот эти насаживаются, да? И собираем. Нам потребуется две таких руки. У них пока крепления не нужны. Так, теперь мы собираем следующую часть. Я вам буду показывать, что вам нужно. А вы просто повторяйте. Вот, у нас собрано вот это. Вот так, видите? Черная. Смотрите, я вам покажу. Такая. Вместе одну эту, вместе с этой. Мы разделили. И вот так. У меня случилось немного по-другому. У меня не нашлось такую деталь. И вот так. Как он функционирует. Затем следующее. Нам потребуется вот это. Внимательно следите. Видите? Плоская деталь 4 на 2. Ставим опять-таки крепление и сюда такую. Видите? Вот. И нужна вот такая конструкция. Идем прикрепляем для себя. Вот так. И просто их прикрепляем. Не прикреплять ничем, просто поставить. А затем сейчас еще нам понадобится вставить вот сюда вот эту обычную черную плоскую детальку. И понадобятся детальки, на которые я прикрепила. Я всегда думаю, что прикрепить и нарисовать. Сейчас я вам покажу. Нам понадобится вот такая. Это простая. Наверное, 4. Черная штука. Вставляем вот так. И нужна плоская 2 на 4 и плоская 1 на 4. Вот так. Видите? Вот так случай прикрепил их. Вот так, мы пока не прикрепляем. Теперь нам нужна голова. Вот это же помните, перемотайте потом. Голова будет собираться. Сейчас я вам все покажу. Вот тут я сам уже сделал детальки. Вы мне все это сделали. Вот это. Все, что нам понравится. Не знаю, не у каждого найдется такая деталь. Сейчас я их подсыплю. Нам понадобится вот такая. Смотрите. Крестик. Крестик. Так. И плоская 1 на 2. Вставляем вот так. 2 на 3. И крестик вставляем на 2. И нам нужны вот такие. Две штуки. Это будет у него щупальца. Я не знаю, как они правильно называются. И вот так. Выходит такая голова уже. Затем еще одна 2 на 3. И само лицо. Вот такая вот голова. Берем тело. И ставим голову вот сюда. А затем просто закрываем. Итак, голова не может крутиться, я не смог такого. Я думаю, как-то. Ну, хотя бы так, мне кажется, можно. Теперь сзади мы берем вот так. Вот сюда. Идем вот так. И вот так. И вот так. Это может не делать, это просто, чтобы не видел, как настоящий Вардена. Вот так. Ноги вставляем. Затем еще эти крепления. Вот эти вот черненькие, которые я вам показывал, когда руки собирали. И прикрепляем вот так вот. Вот так. Вот настоящий Вардена. Мне кажется, вышел хороший.
И затягивать больше видео не буду, оно идет уже 5 минут 4 секунды. Так вот, после этого видео вы увидите видео, как собирать мрачные глубины, я буду снимать обзор. А сейчас вот показываю вам еще раз Вардена. И как всегда люблю. Всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал. Канал на YouTube и на YouTube. Ссылку я оставлю в описании. Обязательно зайдите. Всем пока.